Одинцовские танцоры Андрей Каско и Кристина Ишутина стали чемпионами мира по бально-спортивным танцам. Свой титул пара завоевала в составе сборной России на турнире World Cup Universal Open, проходившем в Китае. В 2019 году Андрей и Кристина успешно выступили на чемпионате России и вошли в число 15 лучших пар по венскому вальсу. Тренер пары Александр Островский, победитель и призер многих танцевальных соревнований самого высокого уровня.